Ребята, сегодня у нас на канале большой день, потому что меня только что остановили за превышение скорости. Выключите камеру, ну пожалуйста. Ну что, ребятки, начинаем? Пожалуйста. Смотрите. Ой. Здравствуйте, офицер. Здравствуйте, вы знаете, с какой скоростью вы ехали? О, довольно быстро. Хэштег Peugeot 308. Спасибо, ребят, мы из автосалона Фихин за то, что помогли мне с этой покупкой. Спасибо, офицер, что остановили меня, это будет отличный контент. Вы что, пользовались телефоном во время вождения? Нет, офицер, вы не понимаете, я никогда не кладу телефон. У вас на заднем сиденье ребенок? Да, а это мой малыш Алексей. Без этого парня я был бы ничем. Хэштег папазавр, хэштег лучший отец в мире. Алексей, поздоровайся с подписчиками. Пап, пожалуйста, хватит. О, бум, бинго, да, есть, он сказал свою коронную фразу. Если хотите приобрести футболку, пап, пожалуйста, хватит, они пока еще есть в моем магазине мерча. Поспешите. На этом участке ограничение 50 км в час. Да, да, конечно, офицер, да, вы правы. А вы ехали 100 км в час? Да, я пробовал два раза проехать здесь 80, но меня никто не останавливал, так что... Выйдите, пожалуйста, из машины. Ого, ребят, кажется, события накаляются, но помните, сохранить прохладу вам поможет Тайгер, слабогазированный напиток с добавкой женьшеня. Когда джунгли рычат, рычи в ответ. Пап, ну пожалуйста. Офицера, а можно... Если вы не против, пожалуйста, можете остановить меня еще раз, но только в этот раз быстрее. Потому что я пытаюсь уместить все это в 30-секундный ролик. Выходите из машины, это серьезное правонарушение, вы это осознаете? Пап, слушай, что он тебе говорит. Окей, ну, я слышу, что он говорит. Окей, да, я понимаю. И мне придется снять вирусное видео с извинениями. Грустное лицо. Так, выключайте телефон и выходите из машины. Я надену на вас наручники, вы понимаете это? О, это отличный кадр для обложки видео. Выйдите из машины немедленно. А можете на меня пистолет направить? Простите? Вы можете... Слушайте, вы можете на меня пистолет направить? У меня нет пистолета. А может, он у вас в машине есть? Вам светит судебный процесс, вы понимаете это? Да, ну это же просто видео. Я же просто видео снимаю для канала. Да. Это же не... Папа, это серьезно. Похоже, что я совершил большую ошибку. Да. А могу я на секундочку с сыном поговорить, пожалуйста? Только быстро. Слушай, Алексей. Папочка только что... совершил небольшую ошибку. Окей, похоже, у меня проблемы, и меня какое-то время не будет рядом, окей? Но ты же уже большой мальчик, правда? Так что сделай, пожалуйста, следующее. Слушай меня, хорошо? Мне нужно, чтобы ты взял телефон, окей? И не переставай снимать. Что? Ты слышишь? Не переставай снимать. А зачем? Что? Я окажу сопротивление при аресте. Что? Что? Да. Просто продолжай снимать, ладно? Это станет вирусным. Это очень плохая идея, папа. Да. Как тебя посадят в тюрьму? Это же то, что нужно. Представь, какие возможности. Обычный человек пробует тюремную еду. Как выжить в тюрьме? Конкурс по поеданию острых крылышек с арийским братством. Это столько возможностей для контента. А еще после этого можно будет снять рассказы бывшего заключенного. Жизнь после тюрьмы. Бывший заключенный впервые пробует мороженое после тюрьмы. Это так много контента, Алекси. Хочешь, я его шокером ударю для тебя? Да, пожалуйста. Что? Эй, Алексей! Это не мой настоящий отец. Это была просто актерская игра. Да, отлично. Ирландское трио Фойл Армзенхок перевел, озвучил я, доктор Лемон. Подписки, лайки, комменты, колокольчики. А если хотите помочь мне создать новогоднее настроение, можете задонатить. Спасибо донам, их список в субтитрах. Всем новогодняя думда. Doomed up.